Смотришь бои? Хочешь сделать ставку, но не знаешь где? Компания OneXBet. Лучшие коэффициенты на ММА и бокс. Ссылка в описании. К тебе приходят различные звезды. К тебе в зал пришел Криштиану Роналду. Какой он в жизни? Вы спарринговали? Нет, не спарринговали. Он хороший парень, он в хорошей форме. По-моему, он встал там, где освещение было получше. Он напряг пресс. Он встал в позу, я напряг спину, а он пресс. Было ощущение состязания? Я бы снес ему голову, но он очень хороший парень. И он в великолепной форме. Он настоящий атлет. Но он отличный парень, мой хороший друг. Я давно с ним общаюсь. Он давно писал мне в Инстаграме. Потому что я был в его трусах для боя с Брандао. Я давно с ним общался, и он написал, что он в Вегасе. Он пришел в зал поддержать меня. Он приехал на вечеринку в честь дня рождения Дженнифер Лопес. Я пригласил себя сам туда. Я зашел, а Дженнифер Лопес такая... Я не был приглашен, я собирался вести себя там потише. Я зашел и увидел краем глаза Дженнифер Лопес. Она спрыгнула с дивана и сказала, «Быстро, ты должен познакомиться с моим парнем», и она потащила меня к танцполу. Я собирался вести себя потише, пытался смешаться с толпой. Она притащила меня к своему парню, а он большой фанат. Он тоже боец и тренируется тут, в Лас-Вегасе. Он хороший парень, я пообщался с ним. Это сумасшедшая жизнь. Я только зашел, и вот, я на танцполе с Дженнифер Лопес и ее парнем. Это... Я всего лишь пацан с Дублина. Это хорошая жизнь. Хорошая жизнь. Каждый день я думаю, что это сон. В моем доме есть кинотеатр. В моем доме есть чертов кинотеатр. Я каждый день думаю, что это сон. Я очень благодарен. Это лишь мотивирует меня идти вперед. Переведено и озвучено специально для mmanews.info.